Вопрос вечной лужи на тротуаре вдоль автомобильной дороги Можайское шоссе станция Голицына жителям не дает покоя уже давно. О проблеме отчиталась начальник теруправления Голицына Галина Кувшинникова в ходе выездной администрации главы муниципалитета. Если бы можно было попросить войти в эту программу, Мосавтодор, чтобы они хотя бы сделали централизованный отвод ливневых вод, дождевых с полотна, то, собственно говоря, вот эта вот проблема подтопления тротуара и близлежащих земельных участков решилась бы. Состояние дорог – одно из основных проблемных направлений в Голицыне. Глава осмотрел привокзальную площадь, на которой сейчас проводятся работы по замене дорожного полотна. Мы с вас тогда сейчас запросим проектное решение, чтобы была все-таки ясность, что на что вы меняете, и насколько это всеми исследовано, и есть ли на это заключение. А то вы меняете старое на новое, новое развалится. Все-таки пешеходный переход – это тема безопасности людей. Самих жителей Голицына интересует проблема парковочных мест. Их явно не хватает. Об этом они рассказали главе муниципалитета. Все обращения Андрей Иванов зафиксировал и взял под свой личный контроль. Эмилия Аркелян, телекомпания «Одинцова».